Молодцы. Никакой помощи от меня. Да мы уже поздоровались. Я их встретила внизу, выкупила. Все. Срень, сколь багажа. Красивые женщины подъехали. Катя. Здравствуйте, Катя. Катим, Катим, Катим. Ириш, давай я что-нибудь понесу. Завтрак почти готов. Кофе готов. Мама с Ринкой разбирают сумки. Вышли из душа в полотенцах. Так. Ага, кофе. Сейчас будем завтракать. Разбирают, разбирают. Будут кушать на балконе. Ну тут вот омлет готов, сыр. Посмотрите они, посмотрите они. Все открывают, все достают, все честь по чести. Вы хотите скоропорт достать, да? Ночью, да, конечно. Почти все готово. О, вот это мне глянется. У меня как много всего. У меня как много всего. Будем кушать сейчас. Вобла. Вобла. Подожди, ну так попроси ножницы-то, мам. Ножницы-то ведь есть в доме? На. Ох. Ох, ох, ох. Ну, покажу потом. Или не покажу. Мы сейчас все достанем, пойдем кушать. О, рыба. А вы одного вида набрали? Это вот рекорд до 25 января. Эту потом буш есть. До 25 января? Только годна? Да, да. А где свежий-то? Нет, не сезон же. Так, молоко сгущенное, молоко сгущенное. Колбаса. Колбаса. Сыр. О, боже мой. Сыр. Качета. Такие сырки. Колбаса, колбаса, колбаса. Миланская. Салями. Ой, хоть поем, а. Ой, хоть поем. Шампанское где? Да все на месте. На, тебе подарки. Будем готовить всякие. Посмотри, она так говорит, подарки. Это что, Ирина? Это что? Телефон. А, это мой телефон. А, телефон. Я уже забыла. Биоразлагающийся пакет. О, смотрите, все у меня. Все честь по чести. Это я вот шампанское. Шпроты, шпроты, шпроты. Я бы вот на шампанское посмотрела с удовольствием. Где будет это ножик, ножницы? Только что тут лежали, где-то нету. А вот они. Все это нашла. Конечно, все нашла. Чеснок. Мама Таня выслала. Татьяна Алексеевна, большое вам спасибо. Это шампанское? Вы посмотрите на красивую женщину. Нет, вы не рвите пакет. Вы посмотрите на эту красивую женщину, она достает шампанское. Так, надо убрать хлеб. Натрясем сейчас сюда. Шампанское. Боже мой. Шампанское, шампанское, чем-то провернутое. Смотрите, открыла. Открыла бутылки. Это только пока от одной приняла шампанское. Сейчас еще и у другой из пакета. Просека. Абрау Дюрсо резерв. Ой, потрясающе просто. Потрясающе. Колбасы тут у меня, икры немерено. Где шампанское? Ой, мешки, мешки, только что мусор вынесла. Шпроты. Шпроты. Три банки. Вино. Пока
6? Ты тоже покупала? Ну, конечно. А я список дала Иришке, а не тебе. Так мы ответим тебе за, и ты что-то будешь. Конфеты. Бабаевский шоколад. Бабаевский шоколад. Бабаевский шоколад. Я вам освободила полку, чтобы туда вещи положили. И там еще плечики есть. Все тут я. А это верхняя будет их полка. Сюда все свое переложила. Омлет готов. Омлет готов. Пойдемте кушать. Пойдемте кушать. Бросайте все. Ага. Духи. Я тебе вам сказала, сплавленный сыр мне не надо. Здесь сплавленный сыр хороший. Кофе в зернах. Кофе, вот это вот я покупала. Мама еще какой-то килограмм кофе купила. Я говорю, зачем? Она говорит, мы же будем пить. Что? Конфеты. Конфеты, труфели, бабаевский шоколад, красный мак, вдохновение. Милки здесь продаются, вдохновения здесь нет. А я предлагаю выпить. У меня есть холодное шампанское. А, это уксус. Я на стерео. О, боже. Это ты выбирала? Да. Охуительная, Ирка. Эти грибки показывала? О, боже мой. Какой год хорошего вина. Боже ты мой. Все по акции, Инна. Ничего, ни копейки не перебили. Просека. Абрау Дюрсо. Боже мой. Мне и шампанское охлажденное надо выпить, мне кажется. Это что? Дрожжи привезла. Дрожжи? Соду, дрожжи? Соду, дрожжи? Стряпать будешь? Боже. Так это ваши вещи? Убрось туда, сейчас я уберу. Ну, на кровать, конечно. Они же чистые. Ну, все бросай нам покрывало. Я все помыла, там все почищено. Что еще для меня? Ничего больше нет. Все, только ваши вещи? Да. Ну все. А, ну вот букет, кстати, гарнитур тебе. Чего будем мыть? Гарнитур тебе. Какой гарнитур? Ой. Кухонный? Да. Ладно. Я, правда, не переживала насчет этого, ну ладно. Меламиновая губка, просто водой намочил, вымыл и все. Понятно. Представляешь? Представляю. У меня дома в России такие были. Ты мыла такие? Да, у меня дома в России. Я не мыла ни разу. Нет, здесь у меня таких губок нет. А в России есть? Что говоришь? За 20 минут мыла. Ну, я вчера этим... И вот эту вытяжку мыла, все вот эти шкафы мыла нижние. Ваш дала это средством для мытья стекол. Все, бабоньки, завтракать. Так, я сейчас буду расформировать рыбу по пакетам в нижний ящик, майонез ежика, ой, блядь, колбасы, икры лососевой, вот там еще икра, шпроты. Ой, сыр-то какой хороший привезли. Ох, Ирка, дай тебе Бог здоровья. Сыр весь от 6 до 8 месяцев. Вот эти вот даже куски? Да, это кусковое, она разрезала, покупала, все. А колбасы маленький срок. Колбасу, я не знаю, нельзя замораживать, да? Ой, я сейчас с гречкой. Иришка, ну ты для себя, да, ее кушать будешь? Нет, тебе привезла. Оставлю тебе, я буду есть булгур. Булгур, ага. Все, короче, нам некогда. У нас завтрак. Все, идемте кушать. Шампанское выпьем? Нет. А ты бы выпила, Валерина? Ну, я бы вот выпила. А ты что? Ну, давай выпьем. Троих-то еще немного, да? Да, конечно. А доставай из холодильника. С ножки. Ой, с ножки, любое? С дверки. Любое? Любое? Ничего. Сейчас это я... Это, куда ты пошла? На улицу. На какую улицу ты пошла? Здесь будет? Нет, туда пойдем.
Ну и дела донеси. Так, не спешите меня. Она говорит, где мои платья тут у меня были? А тебе тоже иногда что-нибудь платье? Сейчас дам. Сейчас. Так. Готово. Готово, готово, готово. Подожди, ничего не понимаю. Что делать? Вот оно. Вот оно. Да. Шампанское хорошее, конечно. Наташа из Германии. Я же 3 дня. Ириша, сюда садись. Я же не завтракаю. Слава Валерьевна. Подожди, осторожно, не бей. Подожди, с пола возьми. Ага. А доску? Доску. Я и не понимаю, почему я не подумала. Доску. Вот сюда ставь. Она еще и с кабачком. Палки. Дари, Иришка, тарелки раздай. Мам, у тебя вообще соображения нет? Ну встань. Я завтракала. Ну так, кофе попила. Так, тут что можно присыпать, да, если что? Конечно. Ура! О, Ира! Ползи! Давай нормально. Это полотенце, нормальная тряпка. Подожди, а хочешь половую, что ли? Да нет, такую. Пол чистый? Желтый. Все, мам, убери свою руку. Смотри, как сломалась. Папка? Да. Ага. Фига себе. А, нет, это специально. Смотри, это специально наливать так. А, да? Да. Нет, 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 наоборот, поверни. Вот что, видишь, по дереву, это тепло. Вот, чтобы много там наливалось. Вот назад там. Видите? Не теряй эту кошечку на руки. Давай. Мам, что с тобой? Чего это тебе сделать? Что, блядь, с тобой не так? Какая-то немощь на это. Чего устала с дороги? Все, 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 давай, давай выпьем, мне лишь хватит затирать. Вылилось, вылилось, какие проблемы? Сиди здесь. Там помойка, что ли? Это что, помойка, что ли? Я тебя просила, блядь, туда что-то ложить. Все, садитесь. Хочет как лучше, хуйню занимается, блядь, как обычно. Ой, давайте все, наконец-то добрались. Наш рай. За приезд. Милочка, спасибо, что вас приедет. Приедет, ты уезжаешь уже? Нет, я думаю, что все приедет. Я вообще остаюсь жить. Вот. Вот, это мне нравится. Вот. В курсе? А ты все завязала с Каменском? С работы уволилась, да? Все уже. Онлайн. Онлайн? Уволилась онлайн, какие проблемы. А шампанское очень даже прекрасное. Вообще. О, если не солила. Что? Нет. Надо посолить? Ну ладно, что добавлю.
Анютка, дочка Юркина, сырники пожарила из рикотты. Без муки и без сахара? Рисовая мука из муки и сахара. Рисовая мука и заменитель сахара. А я полотенце положила, ты там еще хочешь? Что ты там ищешь? Я мочалку. Мочалку у меня есть? Ты... Я эту, листа свою. А ты это, белую-то связала мне? Да, вот я вот говорю, амортизатор для телефона. А-а-а! Телефон же у меня еще есть. Да Канька-то у тебя мастерица? Очень даже. Очень даже. Сейчас я буду расформировать рыбу. Тут. Мама на балконе. Сыр. Вот здесь у меня конфеты. Каракум и красный мак. Это у меня колбасы. Это у меня икра, сыры. Это курица. Ой, это картошка, это курица на вечер. Шоколад. Сейчас я буду рыбу упаковывать в бумажный пакет, вот сюда вот класть, в нижний ящик. О, хлеб привезли. Хлеб привезли. Вкус родины.